Какой экспериментальный донат у нас, как вчера был. Но вчера один бой сыграл, короче, на гепарде. Сумел один бой с первой позиции прям от начала до конца на гепарде прожить и выиграть бой, причем на первой позиции оказаться. Вот тут карта тоже была хорошей, если бы не эта ЛВКВ, которая какого-то хрена спряталась практически на собственном респауне. Громаднейшая карта, а это кумулятивная дурила, блин, между респаунами там спряталась. Бывает же такое иногда. Бывает. Ну, это реально непростительно. Я же видел, что там был выстрел. Я биноклем посмотрел, но что-то там никого не заметил. Очень жаль. А позиция это у меня... Я выходил на очень классную позицию. Давай. Блин, затормозили его какого-то хрена. Не то, что затормозили, его вообще сняли оттуда. Ну, тут уже будет потяжелее, если честно. Потому что китаец был, например, вот. Какие люди против нас выходят, а? Этот пока не одупляет, что тут к чему. Но с ним будет тяжеловато, если честно. Я лучше, наверное, отъеду чутка. А, все, понял. Ну, против тебя играет зенитка. Давай, выходи. Блин, ЗБД забрал. Гребаный Птуровоза. Ну, дублер есть. Давай. По полной гуляем. Нахрен нам этот РЛС, блин, тут уничтожением вражеских танков занимаемся. Вот занять бы хорошую позицию между точкой, между респауном и Б. Максим, привет, тебя тоже, спасибо большое. Тары-пыры, шуры-муры. Тары-тары-тары-тары. Не, ну понятное дело, да, Влад, что 9 фрагов это я попал в топ списка. Потому что, например, сегодня не попал в топ списка и сделал, по-моему, 6 фрагов в том бою в начале стрима. Но и этот бой отдельно выложу. Тот, который в самом начале стрима сделал. Опа! Офигеть, блин. Блин,
Не понимаю просто, как можно на танках играть так, если зенитка, блин, так играет. FFFFF. Спасибо большое. Ну все, у меня вот из-за этой... Опа, на. Молодцом. Объект прям спас меня. Ну, смотрите, многие допускают вот такую вот ошибку, когда начинают палить по вражескому самолету на дистанции 2 километра, 3 километра. Нахрена вы палите свое местоположение? Он сейчас явно меня не видит. Нафига сейчас с такой дистанции стрелять по нему? Пускай подлетает на дистанцию 1,5 километра, чем ближе, тем еще лучше. Видите, он не знает, что делать, он пока что-то там ищет. Вот, увидел выстрел, начал пикировать и... Нет, разворачивается вроде бы. Ну и вот. А с этим мы как бы чуть-чуть позже. Вот тут он. Ну, объект пока там стоит. Мне пока что не страшно, но желательно было сейчас чем-то ему помочь. Ну вот С забирают, выйди из-за камня. Нет, блин, стоит там. Тупит, блин. В жесткую. Этот, наверное, подумал сейчас, во, легкий фраг там, зенитка какая-то хреновая. А-а, он так не подумал. А что у меня вообще есть? Ничего нету. Сейчас меня заберут и все. Ну и нам будет трындец, конечно. А пошли вы нафиг. Со своим долбанным стояловым. Я хоть зенитка, блин, я должен стоять. Я не могу лоб в лоб с вами тягаться. Вот интересно, есть кто? В общем, опа! Там еще один есть. Там еще один есть. Объект. Страхуй. Блин, гуслю даже не смог снять. Объект, страхуй. ЗСУ подтягивается. У меня уже 6 врагов. Все, магах. Ну, трудновато было бы мне с магахом. С учетом... моего бронепробития. По-моему, тут тоже кто-то есть.
Слушай, ну, такое чувство, что тут реально кто-то есть. Да! А тут очень опасный отрезок. Опа-на! Тем лежать, я на зенитке играю. Сколько? 8 фрагов. Блин, это жесть, ребят. Это жесть. Не вайщ, поднимайся. Так, ну кто остался у них? Еще одного магаха сняли. А минус у меня сколько вот на зенитке, интересно? Минус 10. Там чё, кто-то появился, что ли? Ну что, я надеюсь, я отработал донат, да? Блин, жаль, конечно, что не на первом месте, но... Но главный калибр, блин. На зенитке просто. Можно в один видос оба боя залить как раз вверх списка и не списка и назвать как-нибудь типа К50 сам задает правила игры. Ну просто там озвучка будет разная, потому что один я озвучиваю сидя дома, а один вот просто как получилось на стриме. Не знаю, посмотрим. Я только начал играть, и у меня не очень получается карты и прострелы, не знаю. Ну вот я сделал отдельную рубрику Джон Крамер. Посмотри, я постараюсь продолжить эту рубрику для каждой карты с разных респаунов.